Сегодня Казахстан впервые отмечает День благодарности. Дата выбрана не случайно. 1 марта – это день создания уникального объединения Ассамблеи народа Казахстана. Отмечать этот праздник предложил глава государства, выступая на 22-й сессии АНК в апреле прошлого года. По словам Нурсултана Назарбаева, цитата, «было бы справедливым День образования Ассамблеи народа Казахстана отмечать как День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей как родных. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви», сказал президент.